Зараз буде рай для кавоманів у нашій студії, для мене також, тому що я обожнюю запашну каву. До нас прийшов Володимир Невінчаний, це чинний віце-чемпіон України з дисципліни заварювання кави в джезві. Так, навіть таке є. Уявіть собі. Так, Вова, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Доброго ранку. Кава – це те, що нам дозволяє прокинутися перед ефірами. Вова просто прийшов і разом з ним зайшов такий аромат кави до нас у студію. Просто така домашня ринкова атмосфера з'явилася, за що ми тобі дуже вдячні. Да, спасибо, що пригласили. Я немножко сейчас расскажу о себе, и мы потом потихоньку приступим с вами к приготовлению. Меня зовут Вова, я бренд-амбассадор компании Fresh Black. Это обжарка кофе, мы закрытое производство, открытого типа точнее, находимся на Беломорской. Вот, мы импортируем сами зеленое зерно, сами его обжариваем, создаем, собственно, смеси. Вот. Также действующий вице-чемпион Украины 2019 года, то есть национальный чемпионат проходил. Вот. И таким образом мы сейчас вот с вами узнаем больше подробностей, как выбрать кофе домой. Так. И приготовим джезву на огне, получается, и сделаем такой небольшой каппинг. Два самых основных распространенных способа приготовления кофе дома, которые чаще всего мы дома, собственно, и используем. Так. Так, ну слухай, давай починати. І перше, скажи мені, перше питання. Джезва, це турка, як ми звикли? Так. Покажи, да, так. Цілому, оце цілому, джезва і ось це, так? В целом это джезва и турка одно и то же самое. Просто это как история с чаем, который завозился в одну часть страны Российской Федерации. Тот назывался он чай, потому что ча. А в Штаты он заезжал через другую префектуру, и там он назывался ти, то есть, соответственно, чай. То же самое касается и джезв. Джезва изначально была изготовлена и придумана в Турции. Это цельнокатанная медь, внутри обычно покрытие из олова. И их начали возить, собственно, но называли турки, потому что турок используют ее для приготовления, соответственно, его и называли ее турка. Вот. Но сейчас есть две самые основные профессиональные домашние джезвы. Это у нас Джонни, ее делают греки, ничуть не хуже, и компания Сой, их делают турки. Вот. Соответственно, это джезвы как раз на утреннюю, на одну порцию. И вообще при выборе джезвы вам нужно больше определять, какой ее размер. То есть если вы берете джезву на пол-литра, например, то вам, соответственно, нужно будет сразу же очень много готовить. А размер вы определяете по месту сужения самой джезвы. То есть это так называемая камера экстракции. Вот, то есть до вот этого вот момента эти джезвы, они совершенно идентичны по объему приготовления. Что тут 90 мл, что здесь 90 мл. Да. Вот, разница только в самой форме. Форма больше также отличает за то, что в джезвах Джонни, когда происходит экстракция, когда происходит само приготовление, то кофе должен подняться с нижней камеры в верхнюю и тогда переливать за одно движение. Вот. А так в целом они практически идентичны. Якщо ми заварюємо, кави в нас має бути, наскільки я зрозуміла, наполовину, так? І піднятися вона має до моменту сужения, да. Так, до цього повінця, так? До пеноулавливателя, його так називають. Цей момент називається момент вдоха. В принципі, можемо зараз одну приготувати. Давай, заодно попробуємо. У нас вже чайник закипів. У нас тут інвентар вже повністю готовий. Да. Саме головне – це використання весів. Потому что все, что касается кофе, должно быть взвешено, и то есть определенные пропорции, нам нужно их придерживаться. В случае с жезвой рекомендуют от 1 к 10, то есть 1 грамм кофе на 10 мл воды, до 1 к 12. Вот, мы сейчас используем 9 грамм кофе и, собственно, используем 90 грамм воды. Варить мы сегодня будем смесь Honey Sour. Это наша топовая смесь. Я знаю, что есть кава там сорти арабика. Надзвичайний аромат, дійсно. М'який, так? Відчувається, да, що немає тут там... Центральна якоїсь... Африка і Южна Америка. Точніше, прошу прощення, тут Колумбія, Перу і Гондурас, я немножко перепутав. При виборі кофе також важливо, щоб вам його смололи правильно в пиль. Тобто ви можете посмотреть на... Дуже мілкий помол має бути, максимально так? Мілкий. Тактильно ви можете відчути його, вот, якщо ви будете втирати його пальцями. Тобто він... Він должен втиратися... Як пудра прямо. Як пудра, да. Совершенно верно. Тобто правильний помол – це ось повністю втерся і все? Максимально, так. Да. Він должен буквально втиратися буквально в пори пальців. Якщо ви готуєте вдома, наприклад, дезерну кофеварку або моко, то там помол должен бути крупнее, ніж еспресо. Він должен бути по консистенції більше похож на йодированную соль, приблизно, плюс-мінус. Іначе у вас може просто колбу нижню розорвати. Вот. А якщо ви заварюєте кофе в чашці, то
помол должен быть, соответственно, намного крупнее. То есть этот помол не подойдет под чашку. Вот. Тобто він виключно під джезву? Да. Угу. Этот помол исключительно под джезву. То есть мы вот сначала оттарили обязательно весы. Можно взять кухонные обычные. И насыпаем щедро. Вот у нас 9 грамм. Я зараз хочу сказати, якщо не видно, що там є під джезвою маленькі ваги електронні, так? Так. Да. Чим точніше веси, тим краще. Шаг має бути десь приблизно в 0,1 грама. Так, чуть відставимо. Оттарюємо. Угу. І спочатку заливаємо 50 грам води приблизно. Немножко смочили. Теперь нам нужно это все размешать для того, чтобы разбить все комочки, которые могли образоваться во время, когда мы смалываем, то в пыль, когда слишком мелкий помол, он всегда будет комковаться. Да. Нам нужно эти комки обязательно разбить. Чтобы просто она была равномерно такая суспензия. Да, да, совершенно верно. Ну, а слушай, если не размешивать, а комки эти, они будут как-то вплывать на смаковые качества? В целом нет, но выйдет, что вы, используя, например, 9 грамм кофе, вы выварите только порядка 8 грамм, потому что часть все-таки у вас будет одним, сплошным, да, одним сплошным комочком. И доливаем до 90 грамм. Угу. Так. Так, теперь мы зажигаем горелку. Ой, як гарно. Клас. Вот. І на огні можна огонь ставити большой. Якщо ви хочете зекономити время утром, вам лучше тогда использовать уже гарячу воду заливать в саму джезву, тогда у вас время экстракції буде намного быстрее. Це не вплине на якість кави? Ні, ні в коем случае. Кофе в джезві, он никогда не закипает. Особенность в том, что при приготовлении у вас нагревается вода, и таким образом молекулы кислорода, они начинают подниматься вверх, да, для того, чтобы образовать пар. И таким образом они захватывают частицы кофе, которые у вас измельчены так уже в пыль практически, и он поднимает его на самую верхушку. После того, когда мы начали его уже подогревать, нам нужно немножко перемешать, чтобы выровнять температуру, и до конца уже убедиться в том, что мы разбили все комочки. Так, слушай, ты сказал заливать кипяток, тобто если времени очень мало, ну, просто можна, з гарячою, да, можна теплую гарячу воду. Да. Я десь читала, що коли ось так тримаєш на вогні каву, потрібно, щоб декілька раз піна підійшла. Тобто один раз підійшла прибрати, потім ще раз, тобто декілька раз піднести. Це правильно чи ні? В цілому, цей спосіб, він дуже сильно уплотняє напиток, і він змінить баланс вкусу в сторону більшої сладості. Но якщо ви любите кислотний кофе або з такою легкою, приємною кислинкою, то ви, звісно, її одразу ж уберете цим вот способом. Я би не рекомендував так делать. При сам процесс, когда поднимается пенка, это происходит примерно при температуре 92-93 градуса. Угу. То есть это не температура кипения, по сути. Да. Вот. И после того, когда вы его только приготовили, вам нужно обязательно сразу же его перелить в посуду подачи. Угу. Если вы оставите его в джезве, то джезва, она продолжит по инерции отдавать тепло, и, соответственно, угу, вы можете получить лишнюю неприятную такую вот пепельную легкую горечь. Да. Вот. Тобто підійшла піна, і одразу наливаємо у чашку. Да. От, ну, зараз починає потихоньку підніматися. Це просто магія якась. Мені, як для любителя кави, це взагалі. Це я аромати. Я тут вже слини обтикаю. Сам процес надзвичайно красивий. От у нас момент доха, коли по краям піднялись вже всі верху. Опа. Переливаємо. Угу. Якщо приготовлено було хорошо і правильно, то у вас на внутрі самої джезви не повинно оставаться ніякої каплі самого кофейного порошка. Угу. Ага. Тобто все одно повинно бути совершенно чисто, і це буде признак того, що у вас в цілому приготовлення пройшло хорошо. Слухай, а коли залишається в джезві ось цей кавова жмих, ось ця? Да. Це про що говорить? В целом это ничего, ни о чем таком критичном не говорит, но при приготовлении, мы сейчас его приготовили, нам нужно, чтобы минутки полторы-две он постоял, таким образом он сам отфильтрует. У вас весь кофейный порошок, мелкий вот этот вот, он осядет весь полностью вниз, а сверху будет чистый, насыщенный вкус, который, собственно, ну, отдаст весь кофе. То есть в данном случае это будет вкус больше похож на грейпфрутовый фреш с гречневым медом и с миндальным молоком примерно. Ого! Ничего себе! Розмаїття смаків. Да, поэтому важно при выборе кофе домой обязательно, чтобы бариста или кофешоп попал вам в помол, который непосредственно вы используете для приготовления. Вот. При выборе кофе, исходя из своих личных предпочтений, если вы любите кислотный кофе, то вам нужно выбирать кофе из Центральной Африки. То есть Центральная Африка, она будет очень легкая, такая тельная, больше будет похожа на
по аромату на цвете полевых цветов, и кислотность у нее будет больше ягодная, то есть она будет такая вот яркая, интересная. А если это, например, из стран Америки, там Перу, Колумбия, Гондурас, то он будет больше сбалансирован. То есть там кислоты будут более сладкие, там будет больше карамели, шоколада во вкусе. Вот. Но если же это Азия, то тут уже нужно смотреть по самому региону произрастания. То есть если это Вьетнам или Индия, то он будет очень жесткий, насыщенный, кислотность будет очень низкая. І там чаще производять все-таки робусту. Володимир, от про це хотіла, до речі, поговорити. Якщо ми читаємо там на упаковці робуста, арабіка, що краще обирати? В цілому, це два совершенно не похожих кофе, їх непрофесіонально сравнювати крайне. І робуст, то есть робуста, она переводится как сильный или крепкий. Да. У нее повышенное содержание кофеина. Она считается и, в принципе, является прародителем арабики. Хоть ее и нашли в 18 веке, арабику нашли в 8. Она очень насыщенная, очень тельная, и растет она практически самостоятельно, можно даже так сказать. Ага. То есть за счет того, что очень много в ней кофеина, а ей не угрожают никакие заболевания или же вредители. И этим самым она, естественно, формирует свою цену, что она будет немножко ниже. Есть робуста хорошего качества, есть арабика низкого качества. Арабика содержит среднее содержание кофеина, то есть это вечерний кофе, это, по сути, кофе в обед, который для того, чтобы вот просто выпить, насладиться. У него генетически больше набор хромосом, то есть у него 44 набора хромосом, у робуста 22. А это что значит, набор хромосом? Богатство самого вкуса. Ага. Насколько она генетически разнообразна. Самой арабики больше 215 разновидностей в мире. Угу. И арабика любит большие высоты произрастания. Чем больше высота произрастания, тем будет больше насыщенный и вот такой вот фруктовый интересный вот вкус. Робуста же любит низинки. Она любит там высота 600-800 метров. Она очень легкая, она не плотная. Само зернышко. Вот. При выборе зерна вам нужно просто зерно попытаться разломать двумя пальцами. Если вы можете разломать его двумя пальцами, значит высота произрастания небольшая. Как правило, это, скорее всего, до 1000 метров над уровнем моря. Mm-hmm. Если зерно тяжело поддается уже к разлому, значит, это уже более высокогорный кофе, который растет уже на высотах 1000-1500-2000 метров над уровнем моря. Це краще зерно, яке важко розламати? В нем больше вкуса будет, скажем так. Так, воно щільніше. Да, он плотнее, и это будет влиять уже на сам вкус. Также на вкус будет влиять способ обработки. То есть, например, вот у нас на основной упаковке здесь указана обробка мыта. Угу. Вот. А бывает, что пишет обробка, например, как здесь, вот натурально ферментована. Угу. Так, так. Что это значит? Ферментация. Разница при самой обработке заключается больше в том, что при мытом способе обработки кофейную ягоду они замачивают в воде. И таким образом ее отсортировывают. Поднимаются вверх флопперы, так называемые плавки, и они таким образом убирают недозрелые, поврежденные ягоды. Все, что оседает вниз, это однозрелые, плотные ягоды, которые как раз используют для приготовления. И потом в дальнейшем они вот депульпируют. То есть они снимают кожуру и мякоть, оставляя вокруг зернышка только клейковину. И эта клейковина, в ней очень много сахаров. Она, собственно, и влияет на формирование самого вкуса. То есть все способы обработки они отличаются просто в игре вот с этой вот клейковиной. И при мытом способе обработки они замачивают ее в воде, уже после сортировки, когда уже она в клейковине. Да. И там происходит процесс ферментации. Ферментация — это, по сути, процесс брожения. То есть сахара распадаются, зерно очищается, и потом его вымывают и сушат. Таким образом, мы получаем чистую чашку. Она будет более легкая, но при этом у нее частота вкуса будет намного выше. То есть вы будете чувствовать четкие какие-то дескрипторы ягод. Там, например, красная смородина, черная смородина, вишня или черешня, например. Слухай, Вов, я знаю, що хочу ще запитати. Дивись, от зранку у багатьох українців традиція пити каву. От на твою думку, який сорт кави допомагає от найкраще прокинутися? Робуста. Все ж таки робуста. Да. Ну, если брать арабику, то можно взять, например, под вид Кастильо или Руиру. Это сорта, которые были скрещены между собой. То есть это робуста, которая корневая система робуста, а сверху прищеплена непосредственно сама арабика. Ага. Як ти вже говорив, що робуста – це кава для ранку, для того, щоб бадьорила, а арабіку навіть можна і в другій половині дня пити. Так, цей стереотип, що ми не засинаємо, там, то арабіка якраз не впливає на сон. Вона більш безпечна, вона більш м'яка, вона більш сладка, у неї
лучше насичено сидять. До речі, от ми зараз про безпеку поговорили. От багато є досліджень науковців з приводу того, що кава, вона шкодить нашому здоров'ю. І от як пити каву так, щоб не шкодити собі здоров'ю і отримувати кайф від цього, насолоду? Ну, я би не сказав, що він прям сильно вредить здоров'ю. Обычно люди, які изучають влияние кофе на організм, вони його не употребляють так систематично, як люди, які в ньому працюють. Тобто ми випиваємо, буває, за день 10-15, іноді 20 чашок еспресо, і на протязі вже 8 лет, то есть это особо не влияет. Он очень сильно сушит, это правда. Высушит организм, по сути, если, например, спортсмены сушатся специально, то при употреблении кофе это им может только помочь. Если худшее, что может с вами случиться, вы можете просто словить передоз кофеина, и он будет больше похож на усталость, вы будете вялые, сонливые и чуть-чуть дезориентированные в пространстве. Тогда помогает несколько килограмм бананов, они нейтрализируют действие кофеина, и много воды, она будет вымывать кофеин, по сути. До речі, часто у ресторанах після кави дають воду, водичку наливають. Так, це правильно. Це дійсно так, що після кави варто випити трохи чистої води? Ні, в будь-якому случае. Ні? Воду нужно пить только перед самим. А, це перед. Перед приготовлением. Слухайте, а я все життя думала, що це після кави потрібно пити. Серйозно, це, знаєш, такий стереотип, я теж кожного ранку, ну, там кожного разу, як в ресторані попив каву, потім водою запивав. Я думаю, що це спеціально змочити рот після того, як скушить каву. То потрібно говорити, для чого та водичка. В принципі, воду ви п'єте, ну, виходить, ви, коли вже покушали, наприклад, ви випиваєте глоток води, омиваєте рецептори у себе в полості, ви їх очищаєте від їди, і вам приносять чашечку еспресо. Випиваєте чашку еспресо, ви свого роду получаєте як неке подобие жвачки. Философія самого еспресо – це максимально длительне послевкусие. Тобто, по ідеї, коли ви випили еспресо, то вже спустя там, 20-30 минут у вас ще должно оставаться приятне послевкусие після іменно випитого цього еспресо. Тобто, спочатку це буде більше похоже, опять же, на ягоди или на цитрусовые, потім, опять же, він буде уходить потихоньку в сладость, і таким образом ви будете ходити і смаковать вкус вот этого, собственно, еспресо. Но если вы запьете его водой, ви, соответственно, вкус после вкусу, вот это вот, ви його смотрите, да, ви уб'єте сам этот вот потенціал. Порушите культуру споживання правильного еспресо. Да, к сожалению, вот этим многие нарушают ее. Вот. Максимальное после вкуса, которое я испытывал, это было от Кении, нашей компании, и я ее сварил себе в 11 часов ночи, и в 6 часов утра у меня ще оставалось сливочное после вкуса с этим ягодом. Тобто, якщо я правильно тебе розумію, каву пити на ніч можна? Да. Проте она скорее расслабит. Правильно заваривать. Да, ну тут главное, чтобы вы подобрали воду и не использовали слишком высокую температуру. То есть такой крутой кипяток, вот только закипевший, он, конечно, неприемлем. Кофе этого не любит. Якщо ми говоримо про каву з молоком, да. Молоко псує каву? Чи може більше розкривати смак? Если мы говорим про классические напитки, типа такие как капучино или латте, то молоко просто, он дополняет сам вот этот вот вкус. То есть, когда вы имеете сам потенциал зерна, в котором вы ощущаете вкус, например, тех же ягод, специй и шоколада, добавляя его в молоко, вы получаете некое подобие ягодного йогурта. Так. То есть, и тогда это в целом вообще десертные напитки, потому что молоко должно разогреваться до температуры 55-65 градусов. Угу. И не выше? Нет, не выше. Но 65 – это такой высокий достаточно порог. И не все. У нас ну, точно могу сказать, что в Украине большинство бариста не догревают молоко. Я могу подтвердить. Серьезно. Ну, так и есть. Слушай, а ты сказал про правильную температуру воды. Это 90-92 градуса, если я тебя правильно понимаю. Это скорее до 95-96. Вот так. Ну, то есть не треба доводить до 100? Нет, ни в коем случае. Зачем? Вы потенциал, вы его немножко, если больше 95 градусов, то вы можете убрать цветочные ноты, которые были непосредственно в нем заложены. Розчинна кава. Мені прямо страшно називати зараз це слово розчинна кава, але вона може бути якісною чи ні? Чи це не розраховувати на щось хороше? Ми іноді п'ємо розчинну каву, якщо немає інших варіантів. Но в целом, да, при использовании розчинної кави считайте, что вы п'єте то, что уже до вас было приготовлено. То есть, вот, например, вот мы только что приготовили джезу, мы, например, ее отфильтруем, высушим, заморозим, сублимируем потом и засушим. И потом вы вот это вот зальете кипятком и получите примерно одинаковый, вот, похожий вкус. Есть вкусный кофе расчинный, но его делают сейчас, к сожалению, только в России. Это сварщица Екатерина, Дмитрий Борода, и вот он сделал галораствор, и вот он действительно очень вкусный. Больше аналогов немає у світі такій каві? Нет. Такой больше нету. Цікаво, цікаво. Мы сейчас прорабатываем, наша компания прорабатывает проект с Cold Brew.
То есть это будет кофе холодного метода заваривания. Это летний типа американо, такой летний легкий холодный фильтр. Слушай, це просто водою, ну там, умовно кажучи, кімнатної температури, просто заливаєш собі і п'єш потім? Да, да. Но спочатку він має настояться, і от чуть-чуть потім треба відфільтрувати. А, теж буде своя технологія. Там, якщо культура. Ми бросимо, наприклад, чисто зернышки, не смолоті, просто в бутилку, то він завариться, но він завариться в течение недели примерно. Они будут сначала плавать наверху, потом у них будет выходить углекислый газ, они начнут потихоньку опускаться вниз, и потом у вас начнет понемногу темнеть вода. Володимир, от мені ще дуже цікаво, ти чемпіон України з заварювання кави в джезві. Як взагалі відбуваються ці змагання? Я віце-чемпіон, давайте так. Будемо підміняти поняття. Ну, Таня, може... все одно, от як відбуваються ці змагання? Це хто більше кави вип'є, чи як? Це національний чемпіонат, його проводять під егідою Мирової Федерації СКА. Тобто він раніше до ковідних времен он был ежегодный, постоянный. Есть дисциплины такие, как джезва, классика, кофе-алкоголь, латте-арт, обжарка и каптестинг. То есть конкретно при, если мы будем говорить про джезву, а, еще брюверс есть. Да, кстати. Сколько нас цікавих, яких ми навіть не знаємо. Да. Если вы выиграете национальный чемпионат, то есть становитесь чемпионом, то вы потом представляете Украину на мире. И есть возможность занять первое место, то есть стать мировым чемпионом по кофе приготовлению в джезве. В целом, при этой дисциплине ваша цель – найти кофе, который обладает очень яркими, интересными дескрипторами. И при этом, когда вы его будете готовить сенсорным судьям, вы эти дескрипторы называете. Судья должен почувствовать тот вкус, который я ему называю. Если он не чувствует этот вкус, он мне будет занижать балл. Mm-hmm. Если он почувствует что-то, то, что я не назвал, он мне еще больше занизит балл. Mm-hmm. И потом следующее, то есть мне нужно этот же кофе сочетать и сделать свой авторский напиток, который никогда нигде не был представлен. Его, по сути, нужно придумать, и он должен быть максимально синергичен. То есть он должен дополнять друг друга максимально. На чемпионате, когда я участвовал, я использовал джин Гордонс и засахаренную калину. То есть ух ты. Сок калины засахаренный. В сочетании с моим кофе это была Эфиопия Иргачев. Он очень сильный, вот этот алкоголь, он усилил ароматику ягод, и он был больше похож на ягодный пунш. Угу. Вот, то есть по вкусовым он был очень, скажем так, неплох. Надзвичайно. Я, звісно, все розумію, от чесно. Ну, мені це, Макс потягнувся вже за кава. Яка заварена, вона мені не дає спокою, тому що ну, такий аромат зараз. Правда, ну, не правда. Можна встояти. Да, в этом есть прелесть свежей обжарки, поэтому мы, конечно, всегда стараемся прививать культуру потребления, чтобы наши соотечественники пили кофе свежей обжарки, потому что у нас в Украине очень много есть замечательнейших обжарщиков. У нас работает обжарщик, он вице-чемпион по обжарке, Александр Скок. И свежая обжарка всегда будет лучше намного, чем кофе, который был привезен куда-то из-за границы. Потому что на границе у вас на этот кофе будет все равно надбавочная наценка за перемещение зерна за рубеж. И кофе, который здесь стоит, например, 400 гривен, он купленный в Италии, как правило, за гривен 100-150. Есть вкусная Италия, безусловно, но там, правило, цены начинаются от 800 гривен за 200 грамм. Ого. Ну, це, м'яко кажучи, це так. Не дешево. Для цінителів. Не дешево. Цукор, до речі, можна за смаком додавати скільки хочеться, так? При желанні, так, да, але обычно кофе він ніколи не буде горчити. У нього горечь, вона йому не присуща, вона її бути не повинна в принципі. Він повинен бути просто сладкий. Просто сладкий, солодкий навіть без цукру. Просто солодкий навіть без цукру. Угу. Ну, мені рідко трапляється кава, яка солодка навіть. Слухайте, суку, друзі, ви мене, звісно, вибачте, але чи можемо ми зараз спробувати цю каву? От серйозно, вона мені просто не дає покою. Ну, ти розумієш, я каву обожнюю. То пий же, чого ти соромишся? Так ні, так я хочу, щоб це було правильно за технологією, за культурою споживання. Вона вже зараз немножко подостила, да, її вже якраз зараз можна починати приступати. Так, тобто почати потрібно, якщо я не помиляюсь, ковточка води. Да. Так. Кать, може ти спробуєш перше? Ти ж дівчинка серед нас, хлопців. Як тобі? Давай ти краще. А ми зараз ще приготуємо. Давай ти краще. Я хочу подивитися, як ти гарно це зробиш. Як я тут свідомість втрачу, так? Від смаку. Так, п'ємо воду. Да. Очищайте рецептори. П'ємо ми за бажанням? Чи, там, ви можете просто глоточок зробити, він просто освіжить у вас все. Вот. Це є, це зробили. В случае жезви можете немножко здуть поверхность, якщо там пена, якщо вона вас може смущати, наприклад, і делайте просто обычный полноценный глоток. І пытайтесь определить, наприклад, на що похожа сладость. Дати цвет, наприклад, кислотам. То есть он кислый как что, сладкий как что. Если есть горечь, то больше на что она похожа. И в сочетании всех вот этих вот факторов вы
поймете, что букет у него намного шире, чем просто плоский, горький, сладкий вкус. Так. Рішаючий момент зараз. Зараз Макс нам зробить дегустацію кави, яку ми приготували у студії. Вирішальний момент. Кислотність у нього буде низька. А ти відчуваєш, що вона солодка без цукру? Я можу сказати єдине, що це найсмачніша кава, яку я пробував. Серйозно? От серйозно. Спасибо. Ну навіть в ресторані не було так смачно. Ну це кава зараз від... без жартів. Кава від чемпіона, слухайте. Кислотність тут невисока, дійсно. Ми можемо поки що приготувати. Наче квіти якісь є. От я не знаю, чому мені соцвіті, так здається. Соцвіті, він більше похож на соцвіті вишні. Тобто вишневу от... таку веточку, от якщо ви нюхаєте, от, ви можете відчувати цей аромат. Конкретно мені він в цій смісі, він самий явний. Зараз ми заваримо, це було Honey Sour, Індонезію митої обробки. Ми сипемо в чашку з відношенням 6 на 100. Так. То есть 12 грамм кофе. Помол, грубость помола, больше похожа на крупицы сахара. Mm-hmm. Или крупную морскую соль. Так. Вот. И... Цей крупнейший, так, помол. Да. Вы можете попробовать по крупности помола. Mm-hmm. Ну, якщо так, давайте я... Вот... Так, дійсно. Він такий навіть схожий по консистенції, як розчинна кава. Да, он плотно по самой грубости помола примерно такой вот. Да. Ну и цей аромат, мне кажется, більш такий жорсткіший, ніж був попередній. Немножко, но за счет того, что предыдущий был обжарен чуть-чуть темнее. Это была обжарка все-таки под эспрессо. Mm-hmm. Тут обжарка больше идет под фильтр. Мы используем 6 на 100, то есть мы берем стакан или посуду, в которую мы знаем хотя бы примерный объем. То есть в данном случае я взял чашки для каппинга. Тут 220 миллилитров. Вот, и заливаем их водой. Ну, в этом способе так, главное, чтобы когда у вас закипает вода, вам нужно оставить чайник, открыв крышку, на 2-3 минуты. Так. И после этого вам нужно просто залить. Так. Здесь температура у нас 92 градуса. Есть кофе. Це ми вже таку велику чашку готуємо. Да. Обычно таким способом определяют и формируется цена на кофе, который потом в дальнейшем будет использовать. То есть это самый объективный способ при выборе кофе, например. Если мы возьмем разные сорта, мы обычно накрываем каппинг, это может быть там 20-30 пар, по 2, по 3 чашки. И таким образом мы его пропиваем. То есть он выравнивает условия полностью любого сорта и любого способа обработки. Вот. Завариваться он у нас будет в течение 4 минут. Через 4 минуты мы просто смешаем верхнюю корку и снимем вот эту вот, собственно, пену. И получим, по сути, как фильтр кофе домашнего приготовления. Тобто просто залити кип'ятком, так, і потім, коли він настоїться, прибрати ложечкою це все зверху, да, і все. Да. І тоді його вже можна буде починати пити. При цьому він буде змінятися по профілю вкусу. Тобто спочатку він буде кислотний, яркий, потім він стане чуть-чуть більш такий вот сладкий, в нього появиться більше балансу, і на остиванні він вже уйде повністю практично весь в сладость. Вот. Тому також, коли ви вибираєте кофе домой, то митий спосіб обробки – це буде кофе з кислотністю однозначно завжди. И кофе натуральной обработки, он будет всегда сладкий, он не будет кислотным, такой, как мытой обработки. То есть это мы можем на упаковке прочитать, да, это пишется. На упаковках это указано всегда. То есть это обязательно, это максимальная информация. Чем больше видите информации на упаковке, тем лучше. Разновидность кофе, высота произрастания, способ обработки, основные дескрипторы, ну и хотя бы регион, то есть откуда он происходит. Mm-hmm. Вот, если вы, например, будете выбирать Эфиопию, то Эфиопия, она как колыбель арабики. И при этом там весь кофе, то есть там низкая социальная развитость страны, и там очень мало настоящих фермеров. Поэтому кофе из Эфиопии, он ценится за то, что он дикорастущий. Да. И все подвиды там хейрлум. То есть это эфиопское наследие, это дикорастущая арабика, в этом ее фишка. То есть она выросла там, в течение нескольких там, лет, хотя средний срок плодородности дерева – это от 7 до 15 лет, как правило.
собирали ее вручную, приносят на станцию, и тогда вы можете их определять только по регионам. Угу. То есть, например, седаму это будет бергамот, да. Чайный лист во вкусе, она будет более легкая такая, вот у нее будет кислотность тоже не очень агрессивная. Ергачев — это считается один из таких самых известных кофе из Эфиопии. Володимир, и давайте еще на останок, от цінова категорія, скільки не може коштувати справжня кава? Ну, от давайте так, скільки, від якої суми буде коштувати справжня кава? Наскільки справжня, про яку ми... Ну, кава якісна. Тому що, ну, ми розуміємо, що можна купити в супермаркеті, там вона дешева і вона буде неякісна. Ну, в целом, например, наши позиции в ритейле стоят от 160-170 гривен. То есть в эпицентре, в новусах. Це за 200 грамм. За 200 грамм. 160-170 гривен. Килограмм не может стоить таких денег, и при этом это не может быть 100% арабика. Если говорить про самый дорогой кофе, то это, скорее всего, из Nanti Plus. Там килограмм, точнее 800 грамм обжаренного кофе стоит в районе 10 тысяч евро. Ого. Плюс-минус. Ну, воно того варте, наскільки я розумію, так? Кать, ну, звісно, да, варте. Особливо, конечно. Ну, серйозно. Так, Вов, ну, я тобі перш за все хочу сказати дякую за той майстер-клас, який ти нам провів. Ну, це неймовірно. Не побоюсь цього слова, на всю Україну, серйозно кажу, найкраща кава, яку я коли-небудь куштував. У нас у студії Володимир Невінчаний, чинний віце-чемпіон із заварювання кави у Джезві. Це турка, як ми звикли вже казати. От, Катюнь. Я ще можу казати. Я просто вже хочу дочекатися завершення ефіру для того, щоб попити класної запашної кави і взагалі радувати себе такими... Ну, це дрібниці нібито, але не дрібниці. Це говорить про те, як ви прокинетеся, як проведете день взагалі. Цей аромат кави, це дійсно надзвичайно чарівний. І він надихає взагалі у нас асоціація. Ми встаємо зранку, оцей аромат кави, хтось на приварі з любов'ю її готує. От зараз ми це відчули у студії, я думаю, що ви також це відчули. Ми вам дякуємо, Володимире, що були сьогодні з нами, що... Напоїли, от, ну, хоча б Макса вже кави, і ми вже бадьоріші, і серйозно, натхненніші. Я навіть не можу випустити з рук. Друзі, от чесно, на власному досвіді переконалися, що правильно почати ранок саме з правильної вашої кави. Перегляд інтерв'ю ви можете також повтор побачити на YouTube нашому каналі, якщо ви тільки доєдналися до нас. Друзі, зараз той самий час, коли потрібно перейти на наш YouTube-канал «Правда тут медіа» і, перш за все, підписатися. А, по-друге, передивитися всі найцікавіші сьогоднішні інтерв'ю. І не тільки сьогоднішні. Дзвіночки, дзвіночки, ще раз дзвіночки. Хочете бачити ці відео і нові, і постійно, і завжди нові і надзвичайно корисні та інформативні, дзвіночок тисніть. Ви будете першими, хто взагалі їх побачить і про них дізнається. We'll be right back.